17 сентября Беларусь в третий раз отметит День народного единства. Государственный праздник приурочен к годовщине начала освобождения Красной армии Западной Беларуси 17 сентября 1939 года и ее воссоединению с Белорусской ССР. Предложения учредить данный праздник прозвучали на 6-м Всебелорусском народном собрании. Президент Беларуси Александр Лукашенко поддержал инициативу и подписал указ о праздновании 17 сентября – Дня народного единства. Государственный праздник напоминает о самодостаточности белорусской нации и незыблемости белорусской государственности, символизирует преемственность всех поколений белорусского народа. Праздничные мероприятия, посвященные Дню народного единства, проходят и в Солигорске. Так, в школах района сегодня состоялся единый урок памяти ко Дню народного единства. Перед педагогами стоит задача сформировать у школьников правильное понимание важности праздника не только с точки зрения истории, но и современности, дать ответы на важные вопросы. Во второй гимназии Солигорска ко Дню народного единства приурочили торжественную линейку. Началась она с поднятия флага и исполнения гимна Республики Беларусь. На мероприятии собрались ученики 8, 9, 10 и 11 классов. Этот праздник должен напоминать каждому жителю нашей страны, каждому белорусу о том, что наш долг все-таки помнить, сохранять историческую память, беречь и укреплять единство нашей дорогой Родины. Эта дата, 17 сентября, также символична для нашего учреждения образования, для гимназии номер 2. 17 сентября 2022 года, именно в этот день мы торжественно открыли стендовую экспозицию «Пепел в наших сердцах», которая вот говорит как раз таки сама за себя, что память народа должна сохраняться, приумножаться, передаваться другим поколениям. Также 17 сентября в 11 часов в парке четырех стихий представят проект ко Дню народного единства под названием «Мир и единство – сила народа». Мероприятие, приуроченное к празднику, организовала и профсоюзная организация работников образования и науки. День народного единства для Беларуси – это, наверное, праздник, который можно поставить вровень с такими праздниками, как День независимости и День Победы. Ведь объединение Западной и Восточной Беларуси – это действительно праздник. Сегодня у нас в Беларуси живет более 150 национальностей, и мы живем дружно, мы едины. Поэтому этот праздник для нас как большой символ.